Ого! Такой большой завод! Это завод по производству автомобилей. На нем из множества деталей собирают автомобили и грузовики. А мы сегодня отвезем автомобили в автоцентр. Ребята, смотрите, какие интересные вагоны! Кто знает, что это за вагоны? Это вагоны для перевозки легковых автомобилей. Поезд с такими вагонами называется поезд-автовоз. Давайте посчитаем, сколько у нас всего вагонов и автомобилей. Это первый вагон, и в нем одна фиолетовая машина, одна белая машина и две желтых. Это второй вагон. В нем одна зеленая машина, одна синяя, одна красная и одна коричневая машины. Это третий вагон. И в нем две оранжевых машины и две черных машины. Это четвертый вагон. И тут у нас также четыре машины, три из которых розового цвета. И всего одна машина желтого цвета. А это последний вагон, пятый. И в нем также четыре машины. Две зеленого цвета, одна машина фиолетовая и одна машина красная. Всего 5 вагонов. Теперь отправляемся в автоцентр, где эти машины будут продаваться. Вот мы и приехали. Выгрузим все машины. Вау! Столько много машин! Давайте их все вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Всего 20 машин. Это было очень сложно, но мы справились.